Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Таня Онака. Я сегодня купила статуэтку. Женщина-врач. Она держит в руках историю болезни. Здесь у нее фонендоскоп, халат. И стоит она на каком-то таком вот пьедестальчике. Но я думаю, это для устойчивости. Статуэтка современный фарфор. Она не очень высокая, эта статуэтка. 16 сантиметров в высоту. Ручная работа. Фарфор. Кисловодск, Россия. Ну вот эту статуэтку в будущем я подарю сыну своему, если будет он заинтересован. Ну а так будет храниться у меня. Я люблю фарфор кисловодский. У меня есть вот такая черепашка фарфоровая. Это из нового. Я уже несколько раз показывала свой шкафчик. Там есть у меня кисловодский фарфор. И подаренный, и купленный мною. Но вот это уже современные, абсолютно современные вещи. В этом году я приобрела вот такого кисловодского бычка фарфорового. Он с автором Брынцев. ЕБ, он крупненький этот бычок, фарфоровый такой вот, очень интересный. Так, сейчас немножечко отсвечивает, посмотрите. Ну и вот две такие современные вещи. Ну а сейчас мы с вами переместимся в магазинчик, и вы быстренько посмотрите, что же у нас есть в ассортименте в магазине. Авторская работа. Авторская работа. Сегодня кошечек на покупали, да. Это так по мелочи все беру. Ну и хорошо. Ну. Брынцев. Сейчас этого посмотрим, кто. А, здесь не подписан. Не подписан? Да, вот этот Брынцев. Видите, как интересно. Так, подождите. А ничего страшного. Вот этот посмотрим. Вот этот тоже он Кисловодск. Он Кисловодск, но он разделился. Вон какая. Вон какая. Сейчас что-нибудь выберу, раз уже я дошла. Ну, а это тоже Кисловодск, кто его знает? Кисловодск. Кисловодск? Написано Кисловодск. Ну, что это кисловодские эти все. Сергеечка, такая вот шкатулочка. Ой, ну это вообще такое прямо. Ой, ой, ой. Какая прелесть. А вот этот вам наборчик как? Сейчас посмотрю. Он дорогой. Я уже, знаете, дорогой, видела, женщина, да, знакомая купила себе. Вот это, смотрите здесь, вон что. Что там? Божья коровочка сидит. Представляете? Прелесть какая. Ага. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, сейчас только раз. Вот. Да, так а это потому, что, знаете, ой, это вот прелесть. Они сидят и работают над этой красотой. Ой, какая прелесть, правда. Просто прелесть. Просто прелесть. Родственники. И вот она тоже на него глаз положила. Говорит, ну какая набор прелесть. Набор тет-а-тет. Это вот набор. Да. Очень красиво. Угу. Но у меня знакомая дочери купила, но ей продали как-то одну чашку. А может быть, она одна была. Вот. А ну, вот это тоже Кисловодск. Вот это, это кофейная, наверное. А пара, вот да? Интересно, они руками кофейная. Это расписывали или нет? Пишется, это ручная работа, но я считаю, что это все-таки роспись ручная. Очень красиво. У меня подруга себе привезла такой кошелек. Она говорит, ставите все. То я на тумбочку, чтобы колечко класть и чтобы рядом было. Ну, конечно, прелесть. Все, кто во что, наверное. Ну, это вот все. Да, это нет, но оно, это все равно фарфор. Ну, это фарфор. Все равно фарфор. И те вот вазы тоже кисловодские, да? Достаю?
Да нет, а я же вижу их. Угу. Сейчас что-нибудь выберем. Медведь, да, тоже Кисловодск, да, вот да. Эти медведи. Медведь. Это все Кисловодск, кроме вот этой лягушки и вот этой рыбки. И вот это вот. Китайская фарфоровая скульптура. Сейчас продавец найдет коробочку и посмотрим. Экспортирует фирма Симолэнд. Бульдог Кисловодск, ручная работа, 10 тысяч рублей. Китай. Так, сувенир. Дедушка с бабушкой на лавочке с песиком. Сима Лэнд. Угу. А у нас была она вот поначалу название «Вместе». Прям цапля купила. Молодец. Да. Вот эта кошечка. Цапля тоже Кисловодская. Ну, покажите продала. Кошечку. Я... Давайте посмотрим, чьи они. Может, смотрим. Еще тоже хорошие. Угу. Сейчас посмотрим. Угу. Кошка прям прелесть. Угу. Ручная работа. Кисловодск. Угу. Ну, здесь клеймо есть, но это какой-то хороший Китай. Китай 1200. Ага. Да. Здорово. Ну, Гжель то ли маленько подорожала, то ли я от цен отстала. Цены те же остались. Значит, я... Даже ни капельки не... Нет, я имею в виду не у вас, а в принципе. Может быть. У нас цены это еще прошлого года. Сейчас с этими очками. Тут вижу, тут не вижу. Да? Сахарница. Они идут настоящие тоже, Гжель, да? Да. А мишки вот эти по 500 рублей, это китайские, да, там вот мишутки? Вот эти, да, да, да. Это да. Это да. Очень красивая. Тоже ручная работа, да? Вообще... По-моему, это мы тоже с Симоленда получали. Как бы ни... Что тут ничего не написано. Ничего. Была у нас вас забрала тоже. Мужчина приходил. Такой вот. Угу. Люди украшают интерьеры. Да. Любят это дело все. Саву вы имеете в виду, да? Да, да, да. Да. Начинчок, это начинчок. Ну, потому что, знаете, как на все же денег не хватает. Ну, понятно. О, а там орлы же тоже кисловодские, да, у вас. Да, и орлы кисловодские. Красиво. А здесь Китай в основном, да? Китай. Полностью все Китай. Все полностью Китай. Ну, тоже красиво. Вот это Челябинск. А интересно, это не кослинское литье? Потому что вон Сталин. Сталин, ага. Кстати, у нас тут балерина тоже была. Вот это тоже бабуля забрала 2000. Интересно. Может быть, на самом железе где-то клеймо есть? Еще что-нибудь. Это вот тоже с одной этой фирмы. Ну, интересно, я вот кослинская. У меня сын просил, кстати, колокольчик. Uh-huh. Надо будет купить тоже. Я ж не видела, что тут такие колокольцы uh-huh. есть. Я этот стеклянный купила, но мы его разбили, естественно. А коробочек нет, да? Uh-huh. Все завернуто. Потому что вот. Ну вот, вы знаете, колокольц такой есть смысл покупать, я считаю. Да. А собака какая прелесть. Да. А видите, я вот так вот не обращала внимания. Хорошо, что вы сказали. Бронза, оникс, фигурка весы, собачка, вон какая прелесть.
Вот на 23, на 8. Ну, я потом обязательно куплю. Много. Видите, дорого как. Вот эти колокольчик, вон девушка с зонтиком, вообще прелесть. Да, да, да. Идею. Здорово, сказали вы. Угу. Ну, ясно. Ну, это значит, знаете, это значит какое-то производство. Колокольчики, топочки, тарелка, доска, разделочные шкатулочки, там магнитики, тарелочки, подчайные пакетики там. Угу. Ну, лебедей много. Лебеди очень красивые. Прям столько, вон семейка лебедей, прелесть. По цене, да. Переста тоже очень красивая. Работа тонкая. Ну, короче, на подарки есть что.